От эпохи динозавров до советских времен. Так представлена история округа в Люберецком краеведческом музее. Недавно здесь открылись новые экспозиции, которые посетила наша съемочная группа. Ольга Засыпкина, главная хранительница музейных ценностей, с радостью рассказывает об открытии новых залов. Такой подарок музей сделал жителям округа ко дню города. Здесь выставлены древнейшие экспонаты, которым 150 миллионов лет. Все они были найдены в Люберецкой земле. Это зал археологии. Конечно, самое древнее, самое интересное – те раскопки, которые проводились на территории Люберецкого района в 60-е, 70-е годы. Приезжали академики, смотрели, искали. Благодаря раскопкам ученые выяснили, что миллионы лет назад на территории Люберец было морское побережье. До сих пор в недрах Люберецкой земли находят ракушки. Самый ценный и необычный экспонат выставки – череп шерстистого носорога. Сохранился полностью. История этой находки потрясающая. Нашли совершенно случайно, когда копали колодец. Нашли, принесли. Жители Люберец. Да, жители Люберец. Люберцы в то время были, действительно, было очень много своих домов. И копали, находили и приносили. Пройдя пару шагов, перемещаемся в 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Время научных открытий и покорения космоса, когда самым популярным человеком в стране, да и в мире, был Юрий Гагарин. В тематическом зале музея представлена одежда первого космонавта. Рубашка Гагарина, фуражка Гагарина, которую действительно передали, его семья передала в хранение именно в наш музей. В музее даже есть фото Юрия Гагарина в Люберецком училище. Из космического пространства заходим в типичную советскую квартиру. Все предметы вроде бы те же, что и сегодня, но выглядят совсем иначе. А некоторых уже нет в современном быту. Хотела специально для вас показать. Банка. Да, да, все вот для молодежи. У меня дочь говорит, я не знаю, что это такое. Я говорю, это банка, которой лечились. Еще комод конца 19 века, первый советский телевизор и даже пылесос. Все вещи передали музею жители округа. Кресло хотели выбросить, но сотрудники музея вовремя это заметили и сохранили. То, что могло оказаться на свалке, стало экспонатом. Исторических предметов накопилось так много, что в планах открыть еще один зал советских времен. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.